жизни такие важные, всегда гуляем пар. В пределах территории идет сада колосок. Идем, придем однажды, мы согласны тротуару, и вдруг видим, валяется какой-то коробок. Замасленный, помятый, с картинкой Андорады, обиженный, непонятый зеленый коробок. Ну что мы с ней подумали? Наверное, кто-то выбросил. Но мы-то ведь не выбросим такого коробка. Туда же можно запросто пихнуть кого ни попадя, и бабочку красавицу, и дедушку жука, и сахароконожку, и божью корошку, и даже, может, ласточку сумеем запихнуть. Пошли мы с ней на мусорку, нашли большую му. Красивую, блестящую, ну прямо как цветок. Схватили ее за ногу, скрутили руки за спину и бросили голубушку в холодный коробок. Замасленный, помятый, с картинкой оторватый, обиженный, непонятый зеленый коробок. Потом вот так вот делали и слушали жужжание. Сначала сами слушали, потом давали всем. Но, видимо, от голода или от недосыпания затихла муха бедная, побудь она совсем. Быть может, огорчилась, быть может, притомилась, а может, просто спряталась, а может, померла. Потом, недолго думая, все девочки заплакали, а парни к воспитателям поябедать пошли. А мы переглянулись и вытряхнули бедную и отнесли коробочку туда же, где нашли.